Наша тема – лохотрон. Знаете, вчера мне присылает в личку одна женщина с Италии сообщение от азербайджанского парня, который с ней 3 месяца общается, вот говорит, ты такая клевая, они там по видеоколам разговаривают, она, естественно, к нему привыкла, ты такая шикарная, тебя люблю, хочу. За 3 месяца она уже тюрилась по уши, и сейчас он ей заявляет, видя ее возможности, фотографии, что она работает, путешествует, говорит, дай мне 1500 евро. Это называется лохотрон. Знаю парня, который очень хорошие бабки зарабатывает. Он невероятный. Раньше его бывшая его за человека не считала. Использовала его, рога наставляла. Ну так получилось, что он поднялся на работе, стал главой целого банка. У него пошли невероятные возможности, прошли годы. И она стала делать все, чтобы, грубо говоря, его вернуть. Потому что поняла, что он, это ее визитная карточка, это ее возможность, это фантазии, потому что она с годами стала уже вау, не такой модный, популярный и клевый. Появился молодничок 20-летний, 25-летний, который толпами мечтают о таком неженатом вообще мужике. Сегодня и женатого сложно найти. Так вот, она делает все, чтобы как-то его зацепить. Хочет с ним встречаться, спать, забеременеть, все что угодно, выйти замуж. Но он проснулся из этого ада. И вышел из состояния комы зависимости. Да? Это когда мы зависим, наши глаза закрыты, наши уши закрыты. Мы только видим одного человека и готовы всем ради него жертвовать. Да? Наши привязанности, привычки, страсть, любовь отдают все наши возможности. Это тоже называется лохотрон. Друзья мои, в этом мире нас либо хотят лохануть, либо нас любят. Понимаете, лохануть это не обязательно использовать, кинуть на бабки. Иногда просто лохануть это значит просто выйти за вас замуж, жениться на вас, да, потому что у вашего папы шикарные деньги, потому что у тебя клевые деньги, за тебя хотят замуж. Не значит, что ты лох, нет. Просто это тоже бизнес. Сегодня брак для многих это бизнес. Почему богатые стараются жениться на богатых, не подпускают? Со стороны вот эти, они про них говорят, нищеброды, нищеброды. Вот я, нет, этого нищеброда не будет, наши теми, папа, я его люблю, нет, этого нищеброда не будет, ты должна выйти замуж за сына министра. Или я хочу самого клёвого, богатого. Но я себе ничего не представляю, я переспала с половиной города, но ничего, я его найду. Сегодня у девушек и у мужчин сотни крючков, приложений, приспособлений лохануть кого-нибудь. Кто-то подкладывается под кого-то, кто-то под кого-то замуж выходит, кто-то подстраивается. Я желаю всем вам, всем нам, друзья мои, ценить отношения, открыть глаза и понять, чем ради нас готов человек пожертвовать. Не только своим временем и телом, но еще чем-то большим. Понимаете, когда любит, любит просто так. А вы скажите своей половинке, да, что у вас закончились деньги, у вас проблемы на работе, нету таких возможностей. Посмотрите. Если эта тварь от вас отвернется или скажет, что не оправдал ожиданий, или мне плохо, ты не можешь за меня платить, я не привыкла так жить, или он скажет, нет, дорогая, твоего папу сняли с работы, у тебя нет тех денег, зачем я пожертвовал своей молодостью, чтобы на тебе жениться, бла-бла-бла, значит, это джиндеры и тряпки. Настоящая личность не будет вас лоховать, она будет вас уважать. Она поднимет вас с колен, она вас пригреет. Вчера ели икру, сегодня будут с вами есть гречку. Вчера с вами летали на Мальдивы по Европе, сегодня будут ездить за город. Просто потому, что любят. Любовь – это единственное чувство на земле, когда человек готов делать что-то просто так. Потому что любит. Не потому, что ты его жена, ты ее муж, у тебя деньги, у тебя внешность такая секси. Нет, любовь это когда самые страшные становятся самыми красивыми. Любовь это когда самые бедные становятся самыми богатыми. Любовь это единственное чувство, которое может заполнить все состояние человека. И дать вот этот вот кайф душевный, сердечный, когда тебе достаточно есть доширак и наслаждаться тем, что рядом этот человек, понимаешь? Не позволяйте себя лохануть, не будьте лохушками, не будьте лохами. Не позволяйте никому смотреть на вас только через ваши деньги, вашу офигенную внешность, пока вы молоды, да, вы всем нужны, потом никому не нужны, а смотреть вам в душу. Человек либо берет вас всю,
познает и решает ваши проблемы, стоит за вами горой и любит безвозмездно, либо посылайте, окей? Не будьте лохами, не будьте лохушками. Любите себя.